Все близкие и родственники 39 погибших в результате обрушения дома номер 164 по проспекту Карла Маркса получили единовременные пособия в размере 1 миллиона рублей. Материальную помощь сейчас продолжают оказывать жильцам двух подъездов 7 и 8, чьи квартиры пострадали. На выплаты компенсации средства были получены из федерального и областного бюджетов. Напомним, по 400 тысяч рублей полагается гражданам, получившим в результате ЧС тяжкий или средней тяжести вред здоровью, 200 тысяч – получившим легкий вред. Также материальная помощь оказывается в связи с утратой имущества первой необходимости от 300 до 500 тысяч рублей в зависимости от количества комнат в квартирах. Общая сумма по федеральному бюджету – значит, на сегодняшний день выплачено 42 миллиона, чуть побольше, рублей, и по областному бюджету более 45 миллионов рублей. Компенсация аренды жилья понадобилась 90 гражданам. На эти цели деньги выделены с благотворительного счета. Сейчас прием заявлений на получение финансовой помощи продолжается в городской администрации в режиме одного окна. Там же пострадавших ждут специалисты благотворительного фонда «Металлург». Магнитогорский металлургический комбинат оказывает дополнительную материальную помощь. На индивидуальные выплаты родственникам погибших и пострадавшим в катастрофе ММК направил порядка 100 миллионов рублей. За деньгами уже обратились 157 человек. На сегодняшний день уже перечислено 75 человек на сумму 30 миллионов. Сегодня мы переводим 34 человека на сумму 14 миллионов. И в ожидании у нас 22 миллиона. Сумма получается приблизительно, кто к нам пришел, 65 миллионов 875. И еще ждем людей. Фонд продолжает прием заявления жильцов 7 и 8 подъездов. По окончании выплат компенсации работа с пострадавшими семьями будет продолжена. Их возьмут на сопровождение социальные службы.